It's delicious. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Серега, Пингвинус, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем здорово. Приветики, омлечки. Ребята, Серега сказал, чтобы мы записали аниматроники Пугают Охранника, потому что он послал в комментариях, их там просто сотни, и поэтому Серега будет сегодня злым аниматроником. Он сказал, что будет очень жестоким, но сейчас мы и посмотрим, кто будет сильнее. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так, заходи, заходи, Серега ж не знает секрет этой карты, все. Ой. Обстоятельства, пацаны, но это работа у нас-то сложно. Будьте внимательны. Так, камеры работают, да, давай поклацаем. Может, главный зал включить? Он с правой двери. Правой, понял. Так, подожди, значит, слева можно открыть? Да. Потому что энергия очень быстро садится. А, энергия не садится. Ну все, пацаны, мы живем, все нормально. А я пойду активирую. Да не надо, мы наоборот дольше проживем. Не надо активировать. А, да. Не надо, не надо. Пускай. Нам же надо максимально долго прожить. Все нормально. Все, он нажал. Ах ты, зараза, аниматроник умный оказался. Я вообще не понимаю, откуда идет этот звук. Справа, все отлично, отлично. Чекаем внимательно. Энергия не садится, красота. Классно, да, пацаны, играем? Да. Прикольно. Так, смотрит в стену и идет. Я вижу, да. Что-то с ним не то. На левую сторону пошел. Так, а чё у него зубы так светятся в темноте? Они чё, фосфорные, что ли? Так, давайте теперь я повыглядываю немножко с этой стороны. Но хочу поучаствовать в проигрыше. Ой, в выигрыше, потому что чувствую... мы по-любому сольёмся. Ну, пока мы очень хорошо держимся. Энергия полная, все отлично. А, так она вообще не... Я его убил дверью, представляете? Это была ловушка для аниматроника. Ты представляешь, как можно здесь аниматроника убивать? Блин, ребята, ну это эпик. Так, у нас есть отравляющие гранаты, которые мы можем кидать в аниматроников. Пацаны, ну что, будем кидать. Кстати... А я успел кинуть гранату? Не, не успел, слава богу, так бы все слились. Закрывай двери, закрывай. Представляете, какой именно аниматроник хитрый. Украл у нас экран. Кстати, Дим, ты ничего не заметил? Вот видишь? Да, я знаю, мы будем бесконечно выживать. Нам это на руку, нам так и надо. Максимально долго продержаться. Если Серега нас не убьет за... Где-то... Ой, я не хотел. Хорошо, я запомнил твои действия. Серега, а тебя ничего не смущает? Ну, все нормально? Что? Монитор пропал, ну это зацыганили. А, ну хорошо, пусть будет монитор пропал, хорошо. Зацыганили. Он просто, знаешь что, Гусанёк, знаешь, за что он забыл? Смотри. Что? Ага, да, вижу. Так что у нас не все потеряно, мы можем дальше смотреть камеру. И двери, читер. Представляете, вот как так играть с этим человеком, который убивает через калитки? Ну, как-то... А вы двери не закрывайте. А закрыли. А, блин, ты смотри, Серега, я не понял, у тебя что, новый левел сложности резко поднялся? А где постепенное там увеличение сложности? Так это вы, ты косячник. Серега, ну, тебя ничего, да, не смущает? Все нормально. Ну да. Что именно, свет не заканчивается? У нас ни капельки не села энергия, Серега. Да, теперь нажал. Ну я сейчас пойду, пацаны, его отвлекать, а вы кто-то побежите и нажмите кнопку, чтобы энергия у нас никогда не кончалась. Я буду у двери стоять. Серега, ну все, там нормально, да, мы тебя немножко подзакидали? Нормально, нормально. Нормально, тебе нравится, да? А знаешь, Дим, хоть Серега и стоит у двери, мы же все равно выживаем, он к нам не идет. Ну конечно, энергия-то не садится. Открывайте все двери, да, настежь. Чтоб ничего не светилось. Блин, да как... Вот как он это сделал? Там же, блин, 1000 слоев этого газа отравленного. Пацаны, у меня есть секретное оружие, это пригвождатель аниматроников. А он как знает, что сейчас будет жестко ему и начинает фигней заниматься. А он опять через стену убьет. А это нечестно. Серега, ну сколько раз у тебя может быть случайно, вот скажи. Ну это же нечестно. Смотри, что делает, из-за угла выглянул резко. Я понимаю, что Серега честная игра, не видна нам, да? Я почувствую твой вонючий запах, Дима. Пацаны, я его пригвоздил, идите мочите его. Извини, и оно и людей пригвождает, я забыл тебе сказать. Но я его удержу, не переживай.
Спасибо тебе, ты такой умный. Вот мне нравится, когда выдают умных охранников. И где он? Пропал. Как? Ну все, его пригвоздил, пацаны. Но все равно, он сейчас. У нас классная команда. Один пригвождает, один дамажит. А третий что делает? Лекает. Так, перезаряжусь на всякий случай. Вы слышите этот вонючий звук? Слышу. Слышь, выходи, подлец. Ты где? Я нам хотел энергию включить, он меня убил. Ладно, не надо пока. У нас она все равно не тратится, потому что двери все открыты. Где этот челепиздрик ходит? А его видит. Блин, жестко убил, если честно. Я даже немножко испугался, потому что он в темноте вообще его не видно, только глаза светятся. Хорошо. Страшно, да? Ну как? Сейчас тебе будет страшнее, поверь. Это... Но я поддаюсь пока что. Я просто, Серега, я проверяю, насколько твой левел. Ты задрал, ну как ты это делаешь? Сидите в офисе, какашки. Пацаны, пригвоздил. Ах ты, зараза, А я его вижу, пригвождал, вот и гвозди летают. От меня не скройся, подлец вонючий. Вот видишь, гвозди летают? Спасибо, блин, извини, да что вы мне все мешаете Серегу пригвождать секретным оружием? Это что за... Угу, все скрипит. Подожди. А это звуки, когда он ходит, или что такое за скрип? Нет, я... Сзади Дима на сцене. Внимай его здесь, я фонариком его сразу увижу. Че вы, не будете меня искать или свет включать? У вас энергия там тратится. А, да, давай сейчас мы энергию будем включать. Если честно, я не знал, что у него радиус 5 километров, понимаешь? Нет, целых 10, Дима. Я успел пригвоздить тебя? Нет, не успел. Он в туалет убежал. Я иду его искать. Он возле сцены, он под землю провалился. Накидываем на всякий случай. Блин, извини. Я обстоятельства, но... Блин, ну так вот получилось. Я теперь охранник. Эй, ты что делаешь в нашем офисе? Выходи! Нет. А никак нельзя дверь открыть? Нельзя. Вообще никак? Так получается, пацаны, он нашу энергию тратит, пока он там сидит. Вонючку кто-то молодец взял. Хорошо, Серега, спасибо тебе. А, вы энергию восстановили, говняки. А ты как хотел? Ты думал, что ты самый умный? Я специально так сделал, чтоб ты зашел туда, и мы включили энергию. Все было продумано до мелочей. Это он мочит наших. Очень сильно мочит. Ребят, я как бы вас пугать должен. А ты что делаешь? А ты как? Да как ты делаешь? Ешь. Я походу его пригвоздил, пацаны. Я вот чувствую то, что где-то я его пригвоздил. То, что его огнеметом подпалили. Ты думаешь? Оно очень мало жизни урона. Да хватит меня мочить. Вы что, умираете, как кто, знаете, клоны. Дима, вы подыхаете даже больше, чем я. Ну ничего, мы тебе поддаемся. А я всего два или один раз я сдох, Дима. Ну я прям хорошо стреляю, я вижу, он там ходит. Буду стараться попадать как-то. Извините, пацаны, но это обстоятельства. Вы подошли. Убил. Ой, отлично, ребята. Мега секретное оружие охранников сработало. Ранил, пацаны, ранил его. Я видел, он там был. Где? Вот это эффектище. Я за вами вышел. Ну давай, ну, щенок. Аниматроник. А есть щенок-аниматроник? Вы разозлили идеально. А тут какая-то невидимая штука у меня. Кто-то появляется постоянно. Это не я. Ага, я понял, это на карте что-то вылазит. Сверх... жуткое. Если он прям сейчас жестко... Да блин, он был в параже, как всегда, полыга вытирает говно своим животом, блин. Посрать аниматронику не дал. Блин. Извини, обстоятельства. Ну что?
Серега, последняя битва. Если мы проживем 2 минуты, и ты нас не убьешь, как ты любишь через стену убивать, извини, то мы победили, ладно. Согласен? Да. Все, закрыли двери и сидим. 2 минуты пошло. Нифига себе. Ладно, минута. Минута. Да ты офигел. Ладно, а как мне к вам попасть? Так, прошло 15 секунд. А что это за фигня сейчас, пацаны, была? Я живой. А, давай, гусенек, ты живой, давай, мы за тебя болеем. Сейчас гуся найду. Ты его не убьешь. Только не этим своим читерским способом. Ай, не надо. А зачем ты... Ну, гусенек, ну ты хорошо держался. Мы прожили секунд 30. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палитер, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!